Татьяна, я представляю компанию Кадрлайн. К нам не так давно обратилась компания ООО «Конюк». Она занимается продажей профессионального строительного инструмента и оборудования для монтажа трубопроводов и инженерных коммуникаций, сантехнических и сварочных работ от ведущих европейских и китайских производителей. Компания сотрудничает напрямую с компаниями-производителями, поэтому гарантирует клиенту лучшую цену, высокое качество и отличный сервис. Все необходимое оборудование можно найти в интернет-магазине. Программный продукт 1С бухгалтерия 8Prof понадобился модернизировать под сетевую торговлю. Требовалось заточить функционал программы для синхронизации с интернет-площадкой. За разработку проекта взялась наша компания ООО «Кадрлайн». Специалисты приняли во внимание специфику бизнеса ООО «Конюк» при доработках 1С бухгалтерия 8Prof. Опишем внедрение решения и полученный эффект. Интернет-магазин. Организовали взаимодействие между сайтом и системой 1С, чтобы обмениваться информацией в режиме реального времени. Синхронизировали изменения финансовых показателей в программе и перенос данных в интернет-магазин. Ценообразование, прайс-листы, ценники товаров. Продажа оборудования. Настроили использование виртуальной кассы в среде 1С, чтобы проводить торговые операции непосредственно в офисе компании. Доработали функционал системы для приема и обработки банковских переводов, наложенных платежей на почте, онлайн-оплаты через интернет-сервисы. Складской учет. Автоматизировали финансовую инвентаризацию склада по актуальной номенклатуре для анализа товарно-материальных ценностей. Наша команда ООО «Кадрлайн» справилась с задачей на отлично. Автоматизация программного продукта 1С бухгалтерия 8Prof положительно сказалась на обслуживании интернет-магазина. Увеличился контроль за финансовыми операциями, ускорилось обновление информации по ценам, улучшился анализ ТМЦ.